Владикавказ в лидерах городов юга России по соблюдению самоизоляции. Индекс самоизоляции разработала компания Яндекс на основе данных об использовании приложений и серверов. В списке самых дисциплинированных также жители Крыма, Симферополя, Севастополя, Таганрога и Астрахани. Авторы исследования отмечают, что самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. А во Владикавказе устанавливают баннеры с призывом «Оставайся дома». Наглядная агитация – одна из мер профилактики. Позаботиться о себе и о здоровье своих близких жителей республики призвал известный телеведущий Владимир Дудиев. Дорогие мои земляки, здравствуйте. Вы знаете, что у нас в России сейчас идет эпидемия коронавируса. В связи с этим были изданы определенные указы, по которым мы должны их соблюдать. Это, во-первых, никуда не выходить, особенно людям моего возраста, которые и без этой эпидемии подвержены любым простудным заболеваниям, которые потом плохо кончаются. Дорогие мои, это не просто слова. Многие из нас могут подумать, что-то просто так, политика, ничего со мной не будет, но это неправда. И всякие простудные заболевания очень плохо кончаются. Дорогие мои, ради Бога, будьте осторожны. Не ходите на улицу без надобности. Дорогие мои, будьте здоровы и берегите себя и своих родных. Жена Рамалта, Улдайдарта, Макар Адам. Пацахады, Унафата, Ахаштханут. Атама, Масаут. Хазары, Бира Кушатай. Ама, Вабинута, Вакаштартахшанут. Ананижма, Амунчанут.